Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced». И это последний урок на повторение времени Future Simple. И как вы просили, диктант слов. Действительно, грамматику важно знать, но даже если вы изучите абсолютно всю грамматику от А до Я, это не будет уровень Advanced, если вы также не будете расширять ваш словарный запас. Уровень Advanced — это также много слов, много выражений, по-другому никак. И поэтому давайте проверим ваши знания. Значит, ваша задача — переводить на английский язык слова. Все это мы с вами разбирали, то есть вы должны уже были знать. Да, такая тренировка перед контрольной работой, потому что на самом деле, если вы слов не будете знать, не отработаете, ничего не пройдете, конечно, будет тогда сложно. Итак, переводим. Итак, значит, быть должным кому-то — это какой глагол? Быть должным. Например, денег или еще что-то. Значит, должен. Owe. Ну, вы помните, что если просто должен что-то сделать, то это must. А если должен кому-то — owe. Дальше. Прекрасно осознавать. Perfectly. Осознавать — realize. Perfectly realize. Большой успех. A huge success. И также второй вариант мы сами разбирали. Там, громадный успех. То есть большой успех — это a big success. А если громадный успех, то это a huge success. Или как еще? A tremendous. Помните, да? A tremendous success. Далее. Чемпионат. Championship. Отношение. Например, отношение к чему-то. К спорту. И так далее. Отношение. Отношение к. Attitude. Какой предлог к? To. Мы с вами говорили attitude to или towards. По умолчанию to. Attitude to. Например, отношение к спорту. Attitude to sport. Далее. Уделять больше свободного времени английскому. Уделять. Devote. Больше свободного времени. More free time. Английскому. To English. Devote more free time to English. Мы с вами проходили, что есть неоправданная форма глагола. То есть отвечает на вопрос, что делать, что сделать, мы используем to. То есть здесь по логике вещей. То есть to owe, соответственно, to devote и так далее, но по умолчанию просто для простоты говорим без to. Когда проверяем знания. Итак, дальше. Зарабатывать. Зарабатывать деньги. Это будет фраза earn money. Влиять на него. Влиять. Influence. На него. На него. Influence him. Отсутствовать. Когда кто-то уехал куда-то, может, в другой город, в какое-то другое место. Отсутствовать. Это фраза be away. Гарантировать. Соответственно, гарантировать будет guarantee, guarantee, guarantee. Так, далее. Главный. Главная проблема. С артиклем, скажите, с правильным артиклом. Главная проблема. The main problem. Артикль именно the main problem. И здесь также не быть дома. Когда кто-то вышел куда-то, это фраза be out. Мы с вами говорили, что если просто выйти куда-то из дома, это be out. По умолчанию, опять же, мы используем без to, а так, конечно, нужен инфинитив to be out, to guarantee, to be away. Если отсутствует, то это be away.
Итак, повторяем. Oh, perfectly realize. A huge success. A tremendous success. Championship. Attitude to sport. Devote more free time to English. Earn money. Influence him. Be away. Guarantee. The main problem. Be out. Доступный. Доступный. A valuable. Наш последний шанс. Наш последний шанс. Our last chance. Our last chance. Коммерческий успех. С артиклем давайте с вами скажем. Коммерческий успех. A commercial success. A commercial success. Как-то. Как-то. Somehow. Платеж. Это очень частая ошибка. Почему-то все думают, что платеж это pay. Это неверно. Pay это платить. А вот платеж будет payment. Событие. Event. Легальный. Легальный или законный. Legal. Готовиться. Готовиться к этому экзамену. Готовиться будет prepare к этому экзамену. For this exam. Prepare for this exam. Обдумать это. Обдумать это. Think it over. Потенциальная угроза. Потенциальная угроза. A potential threat. A potential threat. Выражать свою точку зрения. Выражать. Express свою точку зрения. Your point of view. Express your point of view. Выражать свое мнение. Express свое мнение. Your opinion. Express your opinion. A valuable. Our last chance. A commercial success. Somehow. Payment. Event. Legal. Prepare for this exam. Think it over. A potential threat. Express your point of view. Express your opinion. Моя младшая сестра. Моя младшая сестра. My younger sister. Значит, заново изобретать колесо. Заново изобретать колесо. Reinvent the wheel. Reinvent the wheel. Настаивать на этом. Настаивать. Insist на этом. On it. Insist on it. Быть благодарным тебе. Быть благодарным тебе. Be grateful to you. За это. For it. Be grateful to you for it. Последний. Например, последнее предложение. В, то есть, скажем, в последнем предложении. В последнем предложении. In the last sentence. In the last sentence. Далее. Отсутствующий. То есть, скажем, он отсутствует. То есть, отсутствующий это absent. Он отсутствующий. He is absent. He is absent. Инновационный. Инновационный. Это будет innovative. Свежий. Fresh. Ближайший супермаркет. С артиклем именно. Ближайший. The nearest
supermarket. Также в комментариях спрашивали, почему the. Это нужно запомнить. Это называется превосходная степень, когда самый что-то, соответственно, у нас, мы с вами говорили, если вы помните, помните, the longest river, самая длинная река. То есть, если короткое у вас прилагательное на конце ES, и тоже the, там, the best, the nearest, the longest. Это мы используем именно the с превосходной степенью. Поэтому это запоминаем выражение the nearest supermarket. Дальше, гость. Guest. Подходить. Подходить мне. Скажем, это подходит мне. It suits me. Suit – подходить. Далее, забывать. Забывать будет forget. Здесь получается my younger sister. Reinvent the wheel. Insist on it. Be grateful to you for it. In the last sentence, he is absent, innovative, fresh, the nearest supermarket, guest, it suits me, forget, пугать, это будет frighten, высокая зарплата. Высокая зарплата, a high salary, осторожно, carefully, угроза, threat, как образованный носитель языка, like, образованный носитель языка, an educated носитель языка, native speaker, like an educated native speaker. Путать эти слова, confuse эти слова, these words, или также путать, mix up these words. Мой старший брат. My elder brother. Далее. Значит, он присутствует. Нужно сказать, он присутствует. Именно использовать слово присутствующий. Значит, присутствующий – это present. Он присутствует. Помним, he is present. Далее. Неудовлетворение. Неудовлетворение – это будет dissatisfaction. Неудовлетворение – dissatisfaction. Текущая ситуация of the current ситуации – situation. Dissatisfaction of the current situation. Значит, уходить из дома. Дословно оставлять дом. Уходить из дома – это выражение leave home. Какие предлоги здесь после leave не нужны? Leave home. Осторожный, аккуратный – это careful. Одалживать деньги – это выражение lend money. Итак, повторяем. Frighten, a high salary, carefully, threat, like an educated native speaker. Confuse these words, or mix up these words. My elder brother, he is present. Dissatisfaction of the current situation. Leave home. Careful. Lend money. Развестись. Это будет get divorced. Get divorced. Выйти замуж, жениться.
get married. Подход. Подход. Approach. Достигать эту цель или достичь этой цели. Мы с вами проходили выражение со словом achieve. Получается achieve this aim. Извиниться. Apologize. Неудобный. Неудобный. Inconvenient. Значит, отличное значение, то есть другое значение, дословно отличное значение, различное значение. Это будет a different meaning. То есть отличающееся значение. Если дословно другое, то будет another meaning. А так обычно другое значение, то есть различающее значение, мы говорим a different meaning. Далее. Серьезные меры, точнее скажем, принимать серьезные меры. Принимать. Take. Серьезные меры. Serious measures. Take serious measures. Радикальный шаг. Радикальный шаг. A radical шаг. Step. A radical step. Далее. Зарплата. Salary. Привести к успеху. Привести к успеху. Lead. К успеху. To success. Lead to success. Перебивать. Interrupt. Interrupt. Get divorced. Get married. Approach. Achieve this aim. Apologize. Inconvenient. A different meaning. Take serious measures. A radical step. Salary. Lead to success. Interrupt. Ну вот, друзья мои, действительно, о чем мы с вами говорили, просто знания грамматики, конечно, важны. То есть, безусловно, важно знать, как строится абсолютно любая конструкция. Но нужен словарный запас, без него никуда. И в контрольной работе будут различные слова, фразы и выражения. Этот диктант, он позволяет выявить какие-то ваши слабости. То есть, по идее, вы все должны это были знать, выписать, проработать. Но, может, вы что-то не запомнили, поэтому я обращаю внимание на эти слова. Конечно, есть и другие слова, может, не одну, не две, не три, не четыре сотни слов. Гораздо больше уже в этом плейлисте с вами изучили, проработали, но обращая внимание на некоторые, возможно, сложные слова, есть и другие. Вы сами можете, соответственно, их в плейлисте проработать, друзья мои. Но я принял решение, по вашим заявкам сделаем вторую часть диктанта и разберем еще также, возможно, сложные слова и дальше сама контрольная работа. Thank you.